Влад, глянь, пожалуйста, на 5 лучших мячей. Болельщики свои выбрали уже. Мой гол есть? Помнишь это? Конечно. Да, такое не забывается. Да, Леша тут здорово перекинул. В этом моменте я игрока отвлек там на своей половине. Ты? Забил, да. Нормально. А, ну тут здорово забил Леха. Молодец, разобрался. Ну это первый полубол. Да, когда Тара, да, случайно вот там пас. Почему случайно? Ну так получилось. Кстати, я его на предыгровую сделал траву небольшую, я думал, он не будет играть, поэтому то, что он вышел, забил, это здорово. О, ну это атлетика, по-моему, да? Сумасшедший, сумасшедший удар просто. Сейчас надо так на тренировке делать? Ну да, иногда получается. Опять Миранчук. Это Хабаровск, да? Все помню. Да, я помню, это с Хабаровском уже в конце мы не могли забить никак. Да, только со штрафного, да, могли. Мано сделал свое дело. Ну, как вой важный был, потому что мы еще пропустили после этого. Ну, на твой взгляд, лично, какой лучший гол сезона из этой подборки? Ну, наверное, самый такой с дальней дистанции, то, что Ману забил, да. Мизенчика после штрафного. Почему? Не знаю, просто красивый гол с штрафного. Человек победный был. 1-0. Ману. Почему? Ну, красиво гол и был важный момент игры. Ману со Спартаком? Да. Алексей забил. Хабаровск штрафной. Почему именно он? Потому что решающий гол был. Бернадош Спартаку. Четвертый. Четвертый, да, важно.